Что такое грёза об идеальном партнере? Это все наши нажитые комплексы, переживания, психологические вот заморочки, которые мы надеемся решить с помощью другого человека. И чем вы замороченней, то есть чем больше у вас тревог, неуверенности в себе, там, раздражительности какой-то, там, что вас больше стрессует и так далее, тем партнер, которого вы ждете, он должен быть фантастичней.